И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на операции. И в целом, я сегодня подумывал о том... Так, я музыку сделал потише все-таки. О том, что же все-таки снимать. И обратился к тому, что же вообще вели на операции. И увидел ловушки. Ловушки и миноги. Их, по крайней мере, так перевел Google, я не знаю. Опять-таки, я смотрел только на иностранные вики, на русский я не смотрел. Что это? Как это? Честно, я даже не помню. Сначала подумал, пиявка, что ли? Нет, в описании так описано, типа, как пиявка, все дела, дает свет временный и даже защиту от радиации. То есть, по сути, при путешествии к Роквеллу можно будет надеть на себя, чтобы, ну, лишние доспехи не таскать. К примеру, ну, это не обязательно, можно и доспехи с тобой таскать. Поэтому я решил, почему бы с ними не повозиться. Также хочу вам показать, да, я свои 10 зарядников заряжаю, и вот... 108 элемента, прикиньте, 108 элемента, господи, я уж думал, это никогда не случится. Ой, какой вкус, репликатор. Так, что на тебя нужно? Так. О, так ты, в смысле, ты у меня здесь, что ли, можешь состряпаться? Я просто хочу создавать эсплюсовский, А, вот он ты где. Так. Черного жемчуга не хватает. Ну, сгоняем заодно за черным жемчугом. Ловушки. Давайте посмотрим, что тут у нас за ловушки. Кстати, да, я вот на сокола надел, на яснокрыло надел шлем. Басявый. Пускай будет. Василиск переместил сюда. И на Дрейка я второго еще до сих пор не вырастил. И сетла я скрафтил хороший. Ну, нашел хороший рецепт уже. Надо скрафтить сетла. Напомнило мне вот это все, потому что я в одном из лучей, из крейтов нашел фиолетовое седло. Прикиньте, после того, как я сгонял на поверхности по лучам, стали нормальные дропы появляться. Почему-то. Почему они раньше не появлялись? Одни просто света эти были. Тут и желтый этот появился, топор и так далее. Непонятно, что за фигня. Как это вообще работает? Ловушка. Как она обзывается-то, а? Сейчас глянем, где. Не ловушка, а корзина для рыбы. Создается из копеек, создается в руках. Насколько я помню, туда ловится вообще любая рыба. Вот, и то есть тут как бы самое главное ее установить. Также, что еще на миног-то обратил внимание, жемчуг, с ней дропается жемчуг, а жемчуга мне нужно много. Много электроника, много жемчуга, в общем, все это нужно, поэтому погнали. Затестим вот здесь, ну почти, здесь эту, о, нифига себе, от воды отпрыгнул, прикол. А раньше не получалось. Давай потестим, как это вообще работает, то есть в менее экстремальных условиях проверять, тестить намного легче и удобнее, нежели... в экстремальных. Так, я хочу, чтобы поближе к берегу было что-то где-то как-то. И что-то где-то как-то, я думаю, лучше вот так будет бегать, пока все это дело крафтится. О, а нет. А, ну слушай, близко к берегу. И, кстати, да, первый раз я с этой ловушкой тусовался тоже именно здесь. Давай посмотрим, что я вообще с этого получу. Ну, то есть, получится ли вообще что-то где-то, как-то и зачем-то. Я без понятия, я не помню, как им работать. Я даже не помню, тогда-то они у меня получалось тогда работать с ними или же нет. Так. Да, есть костюм, а я как дебил. И подобрать корзину с рыбы. О! Заполнена корзина с рыбы. О, тоже заполненная.
Вот так всего-то. Вот они уже заполненные. И в целом это для чего-то не нужно будет, по идее. Ну, то есть, как ловля рыбы. Слушай, мне показалось, или это Беран... О, точно, они светятся, прикольно. Так. Я видел жемчуг, надо его слутать. Как это вообще работает? Вот, допустим, я ее поймал, да? Рыбеху. И что... Как это работает? Ага! И... Ага. Ага. Я поймал цикланта. Ага. Вот что мне теперь с тобой делать, а? Блин. А если сюда выпускаю? Ты типа и сдох, да? Ну, наверное, да. То есть тебя я даже не смог выпустить. Логично. Угу. Ага, я понял. И чё мне с тобой... Ой, короче, так, с поведением. Блужданием. И ты чё у меня там? О, да, такую цель. Вот, всё, блуждай, плавай, короче, всё, братан. Ты на это, на вольных хлебах. Я тебя поздравляю. У меня есть циклант. Ну, здорово теперь. Ну ладно, чё. Зато можно в личное озеро этих запускать. О, а трилобитов я могу ловить? В личное пользование я могу запускать рыбок. Да. Да. Жаль, я озеро создавать лично не могу, но запускать рыбок могу, но... Экс. Давай. Блин, срань. Твою мать, да чтоб тебя в воде-то какого фига меня так шатает и кноёбит, а? Вот разрабы, скажите мне, пожалуйста, почему в воде меня вот так вот шатает и кноёбит? Как это связано, что в воде меня может вот так вот шатать? М? Где мозги у разрабов, что они вот придумали, что вот, вот так в воде это работает? Так, у меня там что-то поймалось. Неужто опять еще один циклант? А, не, нифига не поймалось. Я думаю, лучше на Вики посмотреть, наверное. Конечно же, лучше посмотреть на Вики, но зачем? Смотреть на Вики. Ага. Так, заполненная корзина. Так, только не говорите, что я сейчас трилобита поймал. Ты поймать, точно. Я поймал трилобита, господи, зачем ты мне? Зачем тебе, ты мне, братка? Я ж не смогу тебя убить, то что ты теперь мой. Так, я понял. А, хотя чё? Давай тоже тут помогай там своим поведением. Включить блуждание. Все, вон, помогай своему братану цикланту. Кошмар. Надеюсь, ты выживешь. Все, короче, наловился я, погнали уже вниз. Они вроде бы должны быть внизу, где синий биомчик тусоваться. Кошмар. Ой, так, водолазный костюм мне больше не нужен, мне нужен на всякий случай. Ой, трилобитый циклан-то поймал, ёб твою ж за ногу, ну зачем вы мне, ой, я не знаю. Короче, они, по идее, должны быть где-то здесь. А-а-а! Отпусти меня, чудо-игра! Ну ведь не лагало же до этого. А где звук? А, во. Нифига себе, я испугался. О, мать твою, ты что, тварь, творишь? Тварь-творишь, что творишь? Так, ну вообще нужно для начала хотя бы их найти. Этим мы займемся. О, нашел! Вот они, миноги. Они светятся? Классно.
И как сказано, да, они пытаются зацепиться за тебя. И преследуют даже на суше. Классно, классно, классно. Только вот надо с каркинцами расправиться чутка, и все будет хорошо. Но давай проверим, что будет, если я тебя завалю. Чутка жемчугу, кровь пиявки. Слушай, по ходу дела я вас уже убивал, раз у меня кровь пиявки появилась. Вот откуда кровь пиявки у меня появилась. Ну, ясно. Я даже не знал. Я думал, откуда оно у меня взялось. Но теперь я знаю, что вот откуда. Так, и давай попробуем. Хоп, хоп. И хоп. Ну чё? А, наверное, нужно будет всё-таки, типа, встать, да, чтобы вы это... А может, ты, тварь, отцепишься? Блин, вот как она у меня забагалась, так что это... А, вон у меня еще 4 корзины, вот это... А, я делал... А, в смысле, корзины вернулись, что ли, мне? Обратно? Ну, это интересно. Так, подожди. Тогда делаем что? Зачищаем нафиг все сначала. Чтоб на меня не атаковали. Так, встаем на берег. Где тут миноги эти, мать их? Текс. И как это работает? А, тормози! Тормози! Так. Как тебя, тварь, поймать? Да подожди, это не бей меня. Оп! Ей! Я поймал! Я не знаю, как это получилось, но в целом я понял. То есть подходит, нужно подождать немножечко, она должна протусоваться вот так вот. Не, ну если второй раз получилось, то значит это уже статистика, а не случайность. Отлично. Только одну корзину у меня все-таки сломали. Так, а теперь можно нейтрал вставать, потому что на меня могут сейчас напасть. Так, выбираем все лишние корзины. Так, Дрейк, иди сюда. И давай смотреть, что из этого мы получаем. Так, все, теперь отцепись. Что мы из этого получаем? Берем, выпускаем миногу. И она у нас лично настройки сбора. В смысле? Точно. Действие, поведение, действие. Сейчас погодим. Так, давай проверим. Я поставил на агрессию. И призвал, чтобы газовал за мной. Так, теперь. Ты в воде. Ну-ка, я тебя отсвистываю. Ты на агрессии. Ты что-нибудь вообще можешь? Зачем ты мне, минога? Такс. Что можно сделать со второй? Блин. Так, ну-ка, а если я тебя отклимлю? Тение. Что-то, короче... Что-то, короче, пошло не так. Для чего они вообще нужны? Я на самом главном за меня не цеплялась. Ну-ка, давай проверим. Так, я... Зато я понял, что ее можно обратно в ловушку засунуть. Окей, это уже хорошо. Это уже лучше. Чем то, что было до этого. Кошмар. Ужас. Ужас и кошмар. Как бы не сказать хуже. Так, ну ладно, погнали, посмотрим, что вообще у нас. Во-во-во-во-во-во-во. Дикая минога. Так, 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 подожди. Пассивочка. Отлично, пассивочка. Так, дикая минога. Вот так сейчас сделаем. И посмотрим, зацепится она, не зацепится за меня. Во! Зацепилась!
Отлично. А, теперь она отображается как тварь. Вот, так я ее не вижу. Но я излучаю теперь свет. Я излучаю свет, здоровье, урон, возможность и вес снижены, пока не вылечитесь. Вы в радиусе действия эффекта на свету. Минога высасывает вашу кровь, но зато вы под действием заряда снимите ее. Ясно. Ясно. То есть вот она зацепилась, и я теперь, допустим... Ой, господи, это смешно выглядит. И теперь я могу надеть металлическую броню. И давай проверим насчет радиации. Там писалось про радиацию. Про радиацию. У меня место есть радиоактивное. Там было написано про радиацию, типа она и от этого защищает. Она реально защищает от радиации. Она дает свет, она защищает от радиации. Да, она там, типа, снижает характеристики. Да, здоровье, он вносливо снизил вес, она снижает характеристики, но у меня защита от радиации, у меня защита от этого. Это прикольно. Это очень прикольно. Раз уж я здесь, то пускай создается. Слушай, это реально прикольно. То есть у меня есть, да, радиус маленький, небольшой, все дела, но все же. 64-й. По рефлексу смотрю еще. Ну, это прикольно. То есть, по идее же, нам на Роквелле Лампадок и его сородичи... Так, нет, не так. И его сородичи не нужны. То есть, на самом. А вот, чтобы подойти к нему, по идее, нам нужно будет что-то где-то как-то. Черт, дальний что-то не цепляет. Поэтому вот так вот... зацепиться, чтобы Минога зацепилась, и все хорошо. Во, я же говорю, не зацепился. Да, я сюда прихожу, газ лутаю, и это больше, чем то, что вообще у меня где-либо вообще достается. Зачем томить Миног, я не знаю. Честно, до сих пор не понял. Знаете, пишите в комментариях. Но, блин, камон, защита от радиации, это клево. То есть приручная она не может уже так зацепиться, а вот неприручная она может. При всем при этом отцепить я от себя могу только... Да, так это есть Фадина, а от себя отцепить могу, наступив на костер. Погнали. Да, конечно, этот зеленый эффект от нее это, конечно, ну, такое себе, но все равно. Так, с... И, конечно, да, вот вправо вот эту вот рожу ее, конечно, раздражает. Так намного лучше. У меня вообще есть костер? А на печку встать могу? Меня она задамажит? О, у меня же есть факелы. У меня есть факин факелы. Погнали. Твою мать. Вечная вот эта проблема. Сейчас проверим. Ща все проверим. Ага. Блин, Минога, слушай, ну прикольно. Прикольно, прикольно. Так, зажечь, встать, оп, и отцепилась. Отлично. Эффект здоровья, выносливости вес пониженный до сих пор, но это понятное дело. Но... А где перчатки? А, вот перчатки, я лошара их не надел. Но... как тебя снять-то? Там, мать твою, вот, то есть вот, она исчезла уже, все нормально. Прикольно, прикольно. Блин, нажимая на shift, как на дрейке, а надо было нажать на пробел. Оп, сейчас я прилетел, оп, я сейчас прилетел. Ну и как завершение сегодняшнего безумия и идиотизма, пойдем добудем черный жемчуг и сделаем уже этот прикольный такой зелененький. Буханутый такой конкретно, потому что желтые пузырьки, когда ты пивас выпиваешь, вроде бы желтые пузырьки появляются, а здесь типа зелененькие такие. Хе-хе-хе. Тоже на веселье так все дела. О, и пойдем Миног высадим. В общем, черный жемчуг, Миноги, все дела, бла-бла-бла. Чем мне там вообще на тебя? Это не то. Чем мне там на тебя нужно? Я все правильно. 70 черного жемчуга. Ну, погнали, слутаем.
Ну, а для начала выпустим своих минок теперь уже в моем этом саду, назовем так. Так, погоди, я что хотел? Да подожди ты, блин. А, ну вы бесполые, ну да, окей. Ну, пускай они будут полноценными. И тусуются дружкой. Ну классно. Ой, я тебя прокачать могу! Чё? Я тебя прокачать могу? Стоять! Я чё, и трилобита что ли могу прокачать? Алё, блин! Да стой ты, мать твою! Да стой ты, вот скотина! В смысле, я не могу тебя загнуть в инвентарь? Я у тебя реально в инвентарь не могу заглянуть? Ой, знай эту задницу. Вот трилобита я могу заглянуть. Вроде бы. Короче, теперь у меня здесь бегает циклан, трилобит и две миноги. Ну, классно. Просто живность моя тут тусуется. Ей! О, а у тебя могу. У тебя тоже вес 180, прикольно. И ты не качаешься. Ну вот. У тебя могу заглянуть, ты не качаешься. У них... Они качаются, заглянуть не могу в инвентарь. Жопа-жопошная. Да и пофигу, короче, погнали отсюда. Такс, ну едишь, пассатишь. Где-то, а, о, вот, черный жемчуг, отлично, только нужно избавиться от дрейков. А для этого что? Вылазим из хайда, валим всех ублюдков и безымянных, потому что светлячка у меня нету. А, ну, кстати, да, безымянным мне тоже нужно, потому что они... Этот мне нужен... Яд собрать нужно, и много яда. Вот, уже классно. Ну только яда ноль. Ну прям реально, яда ноль. Алло, яда ноль. Яда ноль. Как он дропается? О, два, наконец-то. Так, сейчас еще вот этого дрейка последнего убьем. Я надеялся, что безымянные надолго заспавнились. То есть типа, их много будет, все дела. Но нет, мне не повезло. Они закончились. Они реально закончились. В смысле? Ты что там, гнида мелкий что ли, заспавнился? О, прикол, прям под ним заспавнился. Так, отлично. Нужно больше жемчуга. О, пошел ты в жопу. Ах ты мелкий ублюдок, мать твою, иди сюда, сейчас тебя... О, да ты что, дурной что ли? О, там вас двое теперь уже пошли в задницу. Что-то я это... Назовем это так, перехраплился. Слушай, реально они тут спавнятся? Это классно. Это первый раз, когда у меня вот настолько их много спавнится. Офигеть. Ну, наконец-то, хоть где-то они спавнятся. А не так, что ты бегаешь, а толку ноль. Так, надеюсь, ты там на пассивке. Отлично. Стой, терпи. Сейчас соберу весь черный жемчуг, которого я собрал. Нормально. Стой, терпи. Сейчас всех размотаем нафиг. Во, 4 яда безымянного. Кайф. Отлично. Сколько? 9. Но все еще мало. Зато жемчуга. Нормас. Погнали домой. Ну вот, отлично. Не мог я там пробежать мимо кучи обсидиана. Еще немножко безымянных поубивал, но не получилось. И жемчуг тоже как бы был близко, поэтому залутал. А это значит что? А это значит все. Отличненько. Так, жив целый орел. Так, погнали. Черный жемчуг надо сейчас скинуть. Установим тег. Давай. Хлось. Отлично. Давай, быстрее стройся. Честно, это самый первый тег. Что там был? Репликатор же называется, да? Да, тег-репликатор. Это самый первый тег-репликатор, который я вообще в целом устанавливаю. То есть, ну, реально, до этого я его ни разу не устанавливал. Не было такой возможности вообще в целом нигде и никогда. Да. Вот, пускай здесь стоит. Ну, а почему бы нет? Ворота все равно нафиг не нужны. Кстати, вообще сделать их. Не автоматическими. О, автокласс номер. Отлично. Ну вот так уже неплохо. Уже, я бы так сказал, замечательно. И здесь уже все тег постройки. Кстати, что у нас тут? На тег броню требуется.
Фигня, но мне нужно другое. Вот так, не, подожди. Так, сейчас. Это, наверное, надо будет после того, как я Рокула вальну, тогда у меня появится так седло. Их жалко, и так хотел состряпать седло Дрейка. Я думаю, помню же, я видел его. Думаю, какого фига. Но не судьба, не судьба. Кстати, что у нас вообще, какие седла есть? Я не помню. Это Топижара, Мегалодона, интересно, Мозазавра, Тиранозавра и Звездокрылое седло для... Ну, в общем, этот кит, короче, астрономический кит, или как там он этот тусуется. Но это да нам еще до него очень сильно далеко. А, это осколки элемента. Ой, ты ж еще и работаешь как... Ты в смысле работаешь как все верстаки, что ли? Это же создается в верстаке. И в инвентаре. То есть ты, короче, здесь вообще создаешь абсолютно все и вся, что... Ох, нифига, прикольно тогда. Это ж клево. Потому что я смотрю, и со станка создается, и... Да, это вообще в инвентаре создается. То есть это реально ты создаешь абсолютно все. Ну, по крайней мере... А, это 6-плюсовский. Это же из плюсов... А, да нет, вот, и не только из плюсовские. Прикольно. Прикольно, прикольно. Мне это очень сильно нравится. Да уж, как говорится, все ничего, но для его включения требуется элемент. Это, конечно же, весело. Что я хочу сделать? Блин, как же это красиво выглядит. Конечно, ужас просто. Ой, создает оно быстро. Блин, как это, черт побери, красиво выглядит. Честно, никогда так вблизи не смотрел на него. Ну, потому что я никогда его не строил, поэтому не смотрел. Не сру. Чардж. Блин, в смысле его заряжены, что ли, нужны? Ты оборзел? Да, тебе заряженные нужны? Ах ты ж козел. Ну, мой ты ж. Ладно, погнали. Возьмем заряженные. Пока элемент не закончился, возьмем заряженные. Фиг с тобой. Так. Теперь у меня есть заряженные. Да, нужно, конечно, генератор построить. Но на него у меня нет элементов. Так. Да не... Во! Погнали. Мне просто интересно, как он будет работать. Если он, конечно, будет работать так, как те, то это, ну, такое. А если он будет работать, типа, как-то по-другому, это будет интересно. Так, активировать. И что ты у нас делаешь? Ну, заряд у него появился. И, по сути, это просто зарядная станция для вот этих вот... всех аккумуляторов. За раз он у меня что-то прибавил 3000, но, честно, я не знаю, то ли вот из-за того, что я светляка здесь включил, то ли из-за чего, я так и не понял. Сейчас посмотрим. Но в целом это зарядная станция для аккумуляторов и ничего более. Обидно. Обидно. Честно, прям очень сильно обидно. Надеялся, что хотя бы здесь можно будет создавать элемент, ну, типа как те зарядные станции, вот которые у меня там телепорты к ним стоят, но только у тебя на базе. То есть даже так же задержка 50 минут и так далее. Пофигу, типа вот. Тебе никуда не нужно бегать, тебя вот они на базе стоят. Это было бы клево, но увы. Это, ну, можно так сказать, создатель патронов для светопушки. Ну да, точно. Вот он из всех них выкачал свет. То есть его даже включать не нужно. То есть ты вот заходишь, нажимаешь так вот пул, и вот сейчас у него будет там 70, он через какое-то время он просто... И у него больше нет лепестричества. Да. Ну и, соответственно, он тебя заряжает.
Ну, в целом-то да, когда у тебя, допустим, несколько светляков, они стоят просто так на базе, это понятное дело. Может, и от растений он тоже, от растений, что там, Y, Z, может, и от них тоже он работает. Или, слушай, надо все-таки включить, потому что у тех ты выкачал просто так. Ну-ка, а так? Потому что у тех, вон они, заряды. Да, надо, чтобы хотя бы один был включен, тогда он у всех высасывает в округе. Ну, скажем так, штука прикольная, но не настолько, чтобы ее нужно было строить. Ну, с другой стороны, что, ресурсы есть, почему бы и не построить? Ха! Имею возможность. Можно деактивировать ее, чтобы она, допустим, не выкачивала энергию с диносов. Примерно так. Вот такая вот тупая, безумная и непонятная была серия. И элемент создали, и подводный мир притомили. Теперь у меня там целое подводное царство. В озерце рядом бегают. Никого не убьют, но, конечно, что-то делают. Ну, в смысле, живут. Вот, и что еще? Ну, вот это чудо построили. Что не менее важно. Да, наконец-то у меня есть. И я наконец-то успокоился, и теперь знаю, как эта фигня работает. Она работает не так, как мне нужно. И на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.